Я вас приветствую на своем канале Scorpion Games. Вот, я уже начал остекление здания с верхней части. Внутри, понятное дело, это кусок земли так и будет. Чтобы тут построить все эти этажи, я не знаю, что надо тут сделать. Еще месяц надо сидеть. Каждый день строить, плюс если еще внутри все этажи делать, я вот не знаю, если убрать эту землю, здание не обвалится, что-то мне кажется, скорее всего оно рассыпется. Ну вот, я остеклил еще одну половинку стороны фасада с другой стороны. Теперь уже довольно-таки неплохо смотрится. Ну вот, и закончил уже и другую сторону. Верхушка визуально хоть готова. Надо спуститься пониже и продолжать дальше. Вот сверху сделал стеклянный парапетик такой. Парапетик, это ограждение. Чтобы случайно не навернуться оттуда. А падать далеко. Ставил стекла. Стекло выкинуло этот весел. Выпхало его просто с крыши. Ну вот, фасадная сторона с одной стороны здания уже готова. Закончили стекла, сейчас слетаю на базу еще возьму. Вот, я закончил полностью остекление всего здания со всех сторон. Где-то персонаж там внутри здания, я даже забыл, где он его оставил. Летаю все время вокруг здания. С этими стеклами. Возился. Лестницу еще построил. Пока весел здесь стоит. Снесу эту вот эту башню. Построю здесь большую площадку, пригоню с космоса этот большой весел. Поставлю его тут. Потом, пока еще сверху буду заниматься строительством. Вот начал обустраивать верхнюю часть, закрыл стеклом крышу всю, поставил ему декора для красоты. Прикольно, это солнце проходит сквозь стекла. Такой забавный эффект получается. Здесь тоже закрыл, чтобы не навернуться туда вниз. Да, надо уже будет приступить к разборке этому зданию. Вот так вот здание выглядит снизу. Надо будет еще проверить, сколько там от самой верхней точки до самого до низа. Ну, там было 400 чем-то метров. Не маленький небоскребик. Это уж точно. Вот я решил и этот лифт тоже покрыть стеклом. Ну, как бы для безопасности в основном. Попробую попасть, готово. Хорошо, что вот эти блоки с
стеклянные, которые новые угловые идут. Их можно хоть вытягивать, как обыкновенные блоки. Потому что простые стекла, они просто по одной штуке ставятся. Я пробовал, мне не получалось, по крайней мере, вытягивать их сильно далеко. Это упрощает строительство. А то тыкать на каждую эту вот не сильно-то и удобно. Вот последние стекла закончились, сейчас пойду еще закажу. 300, наверное. Думаю, что этого хватит. Наверху уже построил смотровую площадку. Так, чисто для красоты. Провел уже электричество, поставил там генератор, топливный бак. Немножко засветил там один этаж. Даже два уже. Ресурсов немерено уже ушло. Это не проблема. Дроны постоянно добывают, только батарейки ложи. Наделал батареек этих, он уже тогда потратил уже их тоже немало. И наделал тоже прилично. Плюс еще там делается. Площадочка будет, надо еще взять пистолет, поменять стекла, прозрачность сделать, низ пол сделать немного темнее, вот, а эти стекла попрозрачнее сделать. Думал просто со стекла сделать, стекло не держит, немножко вот выносишь, начинает раз, все улетело вниз. Хотел еще больше сделать, тоже вообще сразу все обсыпалось, так что только такой вариант. С остальными пластинками даже новый сегмент, вот он есть, такая у меня стена тоненькая. И вот пока крафтится стекла, я приступил к постройке посадочной полосы для большого корабля. Большой, особенно в длину. Да, я снес эту вышку. Мне надо было записать, что-то не подумал. Просто срезал верхнюю часть, и она все завалилась. Когда увидел, что она валится, это было прикольно, уже было поздно. Вот я построил площадку, думаю, что такой хватит. Буду садить сюда весел большой. Что-нибудь будет отдельно сделать для маленького весла, где-то там, что-то дальше. Или возле входа. Это где-то. Сейчас поднимемся наверх, на самый верх. Я покажу, как этим пистолетом пользоваться, если кто не знает. Ну, не вот этим, который в руках, а вот этим вот. Включим свет в здании.
клеем на стекло, становится прозрачным. Вот. А, не так прозрачный уже. Теперь совсем другое дело. Такой панорамный вид на половину планеты. А, кстати, вон до Весела 466 метров. Отсюда. Если на крышу подняться, то еще чуть-чуть будет больше. И отсюда можно спокойно теперь летать в воду. Да, в этот раз, по-моему, я уже не долечу. Ну, до воды долетел. Надо там придумать ограждение, чтобы не вылетать оттуда. Местные жители тут гуляют, коров своих пасут. Попытка номер два нормально спрыгнуть. Сейчас мы просто разбежимся и все, прыжок. Этого достаточно, чтобы долететь до середины, почти до середины озера. Я только забыл притормозить перед тем, как в воду входить. Вот я построил площадку еще для Весела, чтобы он не мешал посадке этому большому кораблю, который сейчас на орбите еще висит. Вот. Стекло очень долго делалось, опять силикон кончился. Слоняло силиконом, поставил еще на крафт. Стекол очень много надо, чтобы завершить эту верхушку. Решил установить на этой башне антенны. Так, ну, без этого что промахиваешься. Не страшно, сейчас уберем лишнее. Тем более, что это сама вышка подразумевает антенну для использования антенны. Как, наверное, хватит. Может быть, еще выше сделать, но это потом. Сначала стекла поставить, целиться там неудобно. Когда стекло стоит трассами, ставишь. Практически без проблем. Ну вот, достроил. Смотрится весьма симпатично. Вот, я решил, что я буду прыгать постоянно сюда. Если я могу просто на лифте подняться, еще пару секций поставил. И вот. Еда уже заканчивается, так на лифте долго спускаться. Сейчас опять сигану вниз.
Мягенькое приземление в воду. Ну вот, пока ночь, я решил слетать за этим, за большим веселом. Все равно стекла пока кончились. Там они производятся. Почему бы и не слетать? Закроем дверь. Собственно говоря, посадим нашу птичку. Не доводилось садиться на большом корабле на планету. Собственно, сейчас и проверим, как это. Где мы находимся? Это наша база. Не попали по животным. 100% по животным стреляет. Как она скорректирует свое движение по карте. Она же полетела в эту сторону. Да, в принципе, пускай стреляет, что нет. Магнезия же полным-полно. Вообще всего полно. Еды полно. Вот наша башенка нарисовывается, и вы все видите, вверху осталось всего чуть-чуть достеклить до верха. Там 200 стекол где-то примерно не хватает. Сейчас попробую посадить эту махину. Конечно, если она вылезет на площадку. Так, выйдем, проверим, как мы, насколько успешно сели. Не вылазит ли морда впереди?
вылазит, еще насколько вылазит. Я что-то думал, что он не настолько длинный. Придется еще добавить. Зато тебе хоть видно, сколько добавлять надо. В принципе, чуть больше, чем ноги были. Там 2-3 кубика вперед. А эта часть все равно висит. Да, вот на бортах тоже есть такие, с той и с другой стороны, выступы, чтобы можно было, когда посадишь его на поверхность, заходить и выходить без проблем. Смотрите, как я далеко нахожусь от здания, вон он на чертеге, а тень от него до сих пор еще ползет. По земле солнце садится. Хочу вам еще сказать, что мотоцикл уже немного поправили. Теперь он намного мощнее стал и лучше управляется. Ну, не намного, конечно, чем раньше. Но, по крайней мере, на нем уже можно ездить. Ну вот, значит, закончил я уже строительство зданий, вот последнее стекло вставляю. Все. Не ставится, потому что это целая пластина, хоть она и выглядит как полосочка тонкая, но она все равно занимает кубик, как везде, все по стандарту. Вот стоит наш корабль, еще осталось достроить только площадку и все. Ну вот, настало утро. Вот. Я там достроил эту площадку. Установил мотоцикл там. Просто так, чтобы был. Вот. Нацепил на это вот название этого небоскреба. Skyline, надеюсь, я его правильно написал. Вот сейчас по немножко экскурсии по небоскребу. Вот. Поехали мы наверх. Вот, в общем, на этом я буду заканчивать этот сезон Амперион Галактик. Начну другой с ребятами там на сервере, вот, кооперативе. Ну вот, а пока что посмотрим последний раз на это творение. Ну, все-таки очень красиво смотрится вот этот эффект, когда свет проникает сквозь стекла. Очень классно смотрится. Мы поднимемся на самый верх. Так, чтобы было что-то видно. Ну вот, подъезжаем уже к самому верху. Высоко, ничего не скажешь. Возможно, еще буду по 7 Days снимать, еще сам пока не решил, что снимать. Но Империон будет точно. Случайно я слетел вниз, ну ничего.
Я думаю, не разобьюсь. Ну вот. На этой ноте я буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Так что всем пока.